Ожидается, что в шествии 9 мая примут участие и дрессированные собаки. Это дань памяти тем животным, которые сражались вместе с солдатами Красной Армии. О четвероногих и даже крылатых, которые внесли свой вклад в победу, пойдет речь в очередном выпуске рубрики «Военные истории». Напарниками солдат Красной Армии были собаки. Они уничтожили около 300 танков и спасли более 700 тысяч раненых. Наш земляк Сергей Соловьев рассказывал, из-за плотного огня санитары не могли сами подобраться к тяжело раненым. На помощь приходили собаки. Они подползали к человеку и подставляли бок с медицинской сумкой. А в суровые заполярные зимы они спасали людей от лютых морозов, согревая своим дыханием. Вы можете не верить, но собаки плакали над умершими. Безотказно в годы войны работали почтовые голуби. Когда не было связи, они передали около 15 тысяч голубиграмм. Это была непростая работа. Для их перехвата немцы обучали соколов и ястребов, а от снарядов и осколков каждые два месяца погибало до 30% голубей. Свой вклад в победу внесли даже олени. В Заполярье они подвозили к бомбардировщикам тяжелые снаряды.